Вот моя-то камера разрядилась, подзаряжается. Теперь сниму этой камеры. Телефонной. Нету 12 FPS где-то. Вот уже достаточно долго я оставил, чтобы вот так лампы горели. И транзисторы качали. Скважинность тут, наверное, где-то 35%. Все можно проверить. Напряжение 26 вольт. Вот такое то потребление. Где-то 3,8 ампер где-то. Они так горят и чуть-чуть теплые. Так работает. Частота, кажется, 46 кГц. Вот на этот трансформатор. Трансформатор немножко теплый. Транзисторы тоже еле-еле теплые. Вот этот немножко теплее. Он на драйвере работает. У него там скважинность чуть побольше. Но можно померить скважинность, частоту заодно. Тут уже 44 кГц от наводок уже показывает, потому что резонанс, ну, хорошо ловит наводки, поле сильно. Вот то самое, 44 кГц. Теперь скважинность. 41%. Вот горит нагрузка такая. На такую яркость. Вот я думаю, где-то на 190 вольт. Ну, может, на 100-110. Вот тут 116 ватт, 60 ватт и 60 ватт. Тут поменьше колба, поэтому подложил металл, чтобы не так оно горелось. Чтобы стол не пропылило. Тут побольше колбы можно не ложить ничего. Вот идет от этого трансформатора, вот два провода идут. Качер теперь отключен. Вот один провод идет на эту катушку, на индуктор. Второй провод вот идет на второй индуктор. Тут индуктор из трех проводов где-то 20 метров. Скручен. Ну и вот съемная катушка пятифиляр. Вот идет ее концы. Индуктор не заземлен, вот это так называемый. И вот тут идет на конденсатор 0,15 микрофарад, вот резонансный, параллельно вот этой выходной катушке пятифилярной. И лампочки параллельно подключены, и заземление на начало обмотки, вот этот красный начало. И вот этот трансформатор имеет тут много всяких обмоток, вот это как бы более самое высоковольтное. Тут где-то, может, 90 вольт выходит на этот индуктор. Может, 60, не знаю точно. Тут обмотка, как я понял, тут это пушпульная, поэтому я сразу туда подключил пушпу. Вот тут написано, тут 24 вольта, тут что-то 5,6 вроде бы вольта, 12,6 вольта. Тут еще какая-то обмотка, примерно тоже на 24 вольта. Я вот так лампочкой 12 вольтовой мерил. Примерно и по свечению какое напряжение. Тут я сказал, что 26,1 вольт где-то питание моего блока питания. Когда включил осциллограф, у меня наушник появился свист такой от пушпула.
я компьютер надела.